Добрый день, представляю вашему вниманию бижутерия Пилигрим. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с колец. Их не так много, но они очень красивые. Вот такое вот колечко в форме сердечко. Вот такое колечко с камушками. Так, на этом, наверное, все. А дальше у нас вот такой вот браслетик есть вместе с колечком. Он идет вот так вот на всю вот так вот кисть. А браслетики у нас, значит, пошли дальше. Вот такой вот браслетик красивый на ниточке. Такой вот браслетик с цепочкой и с колечком. Отличный браслет на любой, получается, обхват руки. Здесь есть специальная отверточка, то есть раскручиваем, зажимаем как нам нужно и закручиваем. Вот такой вот он классный, необычный. Вот такой вот браслетик красивый. Так, вот такой браслетик с маленьким колечком. Такой объемный, красивый очень браслет. Такой с камушками внутри. Такой вот браслетик, тоже очень изящный. Браслетик на цепочке с колечком. Такой вот браслетик тоже очень классный, цепочка очень мягкая. Такой вот браслет. Очень красиво переливается. Здесь тоже на цепочке с камушками. Вот такой вот серебряный цвет. Здесь вот закрыто. Здесь просто такая металлическая пластиночка. Тоже на шнурочке на черном. Вот так вот выглядит. С камушками. Так. Ну и все. На этом, получается, браслетики у нас заканчиваются. Начнем дальше с сережек. Сережки вот такие вот треугольники, гвоздики сзади. Такие вот бусины красивые. Вот так вот смотрится. Такие вот маленькие сережки красивые. Змейки. Тоже такие классные. Серьги объемные. Кольца. Здесь у нас с камушками гвоздики. Тоже гвоздики с камушками, еще вот змейки, такие вот гвоздики красивые с камушками, капельки вот такие, красивые серьги. Тоже треугольнички, только они черные получаются, кольца, вот такие вот необычные сережки, бусины. Здесь у нас сережки вот такие вот разные. Кольца темные, кольца поменьше светлые, чуть побольше кольца. Здесь у нас с камушками, тоже камушки есть, змейка, такие вот красивые бусинки, тоже вот тут капельки другого цвета, камушки, гвоздики. А вот еще браслетик один на цепочке и с маленьким колечком, вот такие вот серьги. Очень красивые. Такие вот необычные сережки. Такие вот сережки. Тоже красивые. Все очень красиво смотрится. Такие вот капельки. Такие гвоздики. Кольца черные. Здесь вот на ушко получается на все. Такие вот красивые гвоздики. Серьги в дырочки и вот эта сережка на хрящичек. Такие вот красивые серьги. Капельки, ну просто как они блестят, это просто с ума сойти. Вот здесь вот такие сережки. Такие вот сережки. Кольца черные. Змейки. Здесь у нас колечко. Оно тоже со стразами. Мне кажется, это на подвесочку его. Так, дальше у нас пойдут с вами подвески. Их тоже очень много. Такая вот подвесочка красивая. Кулончик внутри открывается. Можно там фотографию, иконку, что-нибудь туда положить. Такая вот подвесочка.
пообъемней. С камушком. Очень красиво, так элегантно смотрится. Здесь вот такой вот цветочек. Такая вот красивая подвесочка, многослойная. Такая вот подвесочка с разноцветными стразами. Очень красиво смотрится. Здесь подвесочка как браслетик с маленьким колечком. То есть тут можно вообще составлять такие комбинации всякие классные. Здесь подвесочка с квадратиком, и там маленький камушек блестит. Прям вообще здорово. Такая вот подвесочка. Вот такая красивая подвеска. Все такое элегантное, прям вообще. И блестит все очень-очень классно. Свет просто не передает. А на солнышке так вообще. Такая вот подвесочка с камушком. Такая вот подвесочка. Здесь тоже маленькая подвесочка с камушками. Очень так красиво, мило смотрится. Такая вот подвесочка. Такая вот красивая, как звездочка. Объемная есть вот такая вот подвесочка. Такая вот с кольцом большим уже. Вот с маленьким колечком, с черненьким. Здесь у нас с кисточкой, со стрелами. Такая вот красота. С маленьким камушком внутри. Здесь у нас такая вот тоже стразинка внутри. Красиво очень переливается. Вот такая красивая подвесочка. Вот такая вот. Камушек вообще красивый, синий. Так, здесь у нас вот такая вот подвесочка, тоже красивая. Такая. Колечко тоненькое, такое вот большое. Такая вот подвесочка. И вот такая вот еще подвесочка. Также в лоте есть камушки. Я так и не прочитала, не могу перевести, что это за камушки такие. Вот получается, их 3 в лоте. Такие вот красивые. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.